как дела? Как здоровье? Здоровье. Хорошо, уже все намного лучше, чем было. Тяжелые времена. Прям совсем тяжелые позади. Не менее легкие ждут меня, но уже все намного лучше. Как бедро у вас? Еще и высоко, это у вас же долгий процесс восстановления, я так понимаю. Да, долгий, особенно когда не слушаешь рекомендации врачей, стараешься все быстрее. Вот. Но ничего, пытаюсь работать с тем, что есть, в целом довольно неплохо получается. А не слушаетесь, это то, что вам нельзя прыгать, а вы прыгали уже? Конечно, да, мне нельзя прыгать, мне нельзя еще программу катать, но я как такой отвратительный, как это называется, наверное, отвратительный больной, но спортсмен в своем репертуаре. Не могу сидеть уже без дела, мне надо прыгать, мне надо что-то делать, иначе я чувствую себя такой, как человек, который вот-вот должен закончить карьеру, а моя карьера на самом деле еще может продолжаться очень долгое время, и я бы не хотела терять. Я правильно понимаю, что вы уже начали прыжки восстанавливать? Да, конечно. А какие сальхо ваши любимые? Я восстановила двойную акцию, тройную сальхо, тройной рипер. Я их могу прыгать, но на шоу и выступлениях пока не делаю, потому что все-таки опасно. Угу. А в этом сезоне, я так понимаю, турниры у вас вряд ли состоятся, только со шоу-программы? В сезоне, возможно, турнир шоу-программ, я еще не знаю, но возможно. А все остальные пока нет, потому что я все-таки хочу долечить свою ногу. Ага. А у вас уже есть какие-нибудь идеи по шоу-программам? Может, какой-то образ или музыка, которая вам нравится, которую вы хотели бы? Я посмотрю, так как это шоу про турниры, можно сделать все что угодно. Естественно, я постараюсь выбрать что-то очень интересное, необычное, и не факт, что выступать буду даже одна. А, то есть даже вы рассматриваете вариант в паре уже на шоу-программе? В паре, но не факт, что это будет парное катание, как... А, танцы на льду, я правильно? И не танцы. Не танцы, возможно, это будет трио с девочками. А, даже так, интересно. А какая программа у вас самая любимая из того, что вы катали? У вас очень много интересных установок. Вы говорили, что ангел, который все восхищаются, вам не особо нравится? Что я думаю, просто начала в конце уставать, и так в целом отличная программа. Сейчас это, безусловно, Испания, моя малогения, сумерки. Я обожала вальдик, короткую программу, да и произвольную тоже вальдик я очень любила. Я люблю все программы, что я катаю, потому что тренеры всегда прислушиваются по моему мнению, потому что тяжело катать то, что тебе по музыке не сильно нравится. А за сезоном вообще следите сейчас, международные или внутренние соревнования? Периодически, да. А международные как? Тоже смотрю. Тоже? А за каким-то определенным видом или вообще за всем? За всеми. За всеми. Да. То есть вам прям интересно фигурное катание по полной? Ну, мне интересны результаты, мне интересно, кто по полной. Я тут была шокирована, у вас был Тодес уже здесь, это же сложный элемент в парном катании. Вы вообще еще какие-то элементы разучивали из парного? Подсрутки, Тодес, еще что-то? Я, в принципе, владею всеми элементами парного катания. И поддержки, все. Да, кроме, наверное, некоторые на дух еще не пробовали, но в целом всеми. Я просто выучила... Мы начали учить поддержки для шоу, а потом мне стало интересно, и я решила выучить все. Почему нет? Для шоу всегда пригодится. Вам не страшно поддержки? Ну, у меня отличный партнер, который... Георгий Кницы, да? Да. С которым я, скажем так, научилась летать. То есть у вас прям коннекшн, что вы хорошо себя чувствуете и не да. боитесь. Угу. Какие у вас вообще планы сейчас на остаток сезона? Вот, понятно, что соревноваться сложно. У меня сложно, можно будет увидеть шоу. Я буду кататься в шоу «Бременские музыканты». Также будет шоу «Дракула на льду». И еще некоторые проекты. Ну, последний вопрос, не буду вас задерживать. Чем вообще занимаетесь в свободное время, если оно у вас есть? А свободного времени у меня нет, потому что я тренируюсь, как Елена Германа, сейчас в одиночном. Также я репетирую, естественно, парные вещи для шоу. То есть это уже 2-3 тренировки в день получается. И вечером у меня еще иногда ночные репетиции бывают. У вас же еще университет. И у меня, как бы, ко всему, сейчас сессия. Да? Вот была вчера сессия. А с Максимом как вы общались? То, что вы... У Максима вот тоже тренировался у Елены Германовны? Я не застала момент, когда он тренировался у Елены Германовны. Естественно. Но как спортсмены мы, естественно, все общаемся, мы в хороших отношениях. Всегда там, всегда рады друг друга видеть. А с кем сейчас лучше всего общаетесь, спортсменов, фигуристов наших? Я со всеми хорошо общаюсь, я не конфликтный человек, со всеми очень хорошие отношения, но, естественно, моя банда, мои девочки, моя любовь. Спасибо.